смотрите. Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Лихинская, и я королева мистики. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами будем разрезать Бубу Экзе 2. Погнали! А перед началом этого видео не забудь подписаться на мой канал, обязательно поставить лайк и написать самый топовый комментарий, потому что именно он обязательно попадет в мое видео, как этот. И посмотрите на этого бедного кота, которого мы разрезали в предыдущем видео. После того, как посмотрите это видео про Бубу, не забудьте посмотреть мое предыдущее видео, было жутко, страшно, интересно. Итак, друзья, вот он, Буба Экзе номер 2. Многие мои подписчики видели мое популярное видео, которое собрало миллионы просто просмотров, где я разрезала проклятую экзе игрушку Бубу. И сегодня на сайте Darknet появилось обновление. Новый Буба Экзе. Говорят, что он в 1000 раз страшнее и в 1000 раз он кровожаднее, поэтому будем с вами разбираться. Обязательно мы сделаем обряд по призыву проклятой души Вуду Экзе, именно в эту игрушку. Я уже чувствую, что внутри каждой проклятой игрушки, друзья, находится мистическая атрибутика. То есть то, что нужно для того, чтобы кукла Вуду ожила и приняла, так сказать, ожила, просто вот так вот скажем, друзья. И давайте обязательно не забудем включить VPN. Вы мне так сильно помогаете. И обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, потому что там новости о моих новых видео. Обязательно я общаюсь с вами. И смотрите, у нас с вами уже есть серебряная кнопка YouTube. Кто не знает, кто только новые подписчики. И совсем скоро у нас будет золотая кнопочка. Нам осталось всего лишь 300 тысяч подписчиков добрать, я уверена, что вы сможете, потому что обязательно поставьте этому видео лайк. И, конечно же, в конце этого видео будет информация о моей беременности. Я немного о себе в конце рассказываю личную, поэтому досмотрите это видео до конца, если вам интересно, что происходит в моей личной жизни, а не в мистической. Ну, приступаем, в принципе, к этому. Что мы сделаем? Мы сейчас сделаем обряд по вызову духов и вселение в эту проклятую игрушку, как мы ее называем, кукла Вуду на Бубу, вселим. Если все получится, мы узнаем, что он ожил. Вот. И после этого постараемся, чтобы он не сделал нам никакой боли, то есть не причинил никакого вреда. Мы просто посмотрим, как выглядит живой Буба, а потом обязательно разрежем и посмотрим, что внутри этой проклятой игрушки. Друзья, для обряда необходимо обязательно свечи. Наконец-то пришли мои свечи, ребята, кровавые свечи, как они называются на сайте. Свечи очень демонические, очень сильные. Они открывают сильно широкие врата портала в потусторонний мир. Поэтому я надеюсь, что сегодня будет прям очень-очень крутое мистическое видео. У нас получится оживить Бубу. Обязательно у меня рация для того, чтобы... Потому что когда я провожу обряд, мистические духи, они иногда боятся... Оставь, Дим, кстати, меня снимает мой оператор Дима. Нет, пусть они так, потому что я их потом прилеплю, пока воск плавится, пусть они так. Не успела я пока прилепить, пусть они так стоят. Ничего страшного, ничего с ним не будет. Накапают, так накапают. Не критично. Вот, поэтому мы после обряда прячемся с Димой и по рации, и ставим скрытые камеры, наблюдаем, что происходит с Бубой. Если мы замечаем, что она оживает и начинает хулиганить или что-то делать такое плохое, мы стараемся его поймать, разрезать и завершить обряд. Ну, в общем, видео будет крутым, поэтому давайте начинать. Свечи есть, обязательно доска для вызова духов. Дим, подай планшетку на диване, пожалуйста. Итак, наша планшетка, всевидящее око. Блин, очень-очень опасно, ребят, предупреждаю неоднократно. Не вызывайте духов одни дома. Это реально очень страшно, это забирает очень много вашей внутренней энергии. Вы даже можете заболеть, поэтому, пожалуйста, лучше смотрите мои видосы, потому что я подготовленный к этому человек, и у меня есть специальные сверхъестественные способности, которые помогают мне преодолевать этих плохих существ из потустороннего мира. Я их не боюсь.
Поэтому, ребята, давайте начнем с доски для вызова духов. Итак, Бубу кладу сюда. Даже вот, наверное, я его вот так вот поставлю. Так, погодите. Нужно сосредоточиться. Так, свечи есть. Дим, готово. Да. Подписчики все поставили лайки. Ну что же, давайте начинать. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Буба Экзе, я призываю тебя. Буба Экзе, я призываю тебя. Буба Экзе, я призываю тебя. Обязательно ставим планшетку к всевидящему оку. Буба Экзе, ответь, ты здесь? Свечи, свечи! О, блин! Офигеть! Они вот так вот задергались, не успел снять? Нет. Они вот так вот дергались, обалдеть. Так, дух точно пришел. Еще раз спросим через доску для вызова духов. Буба Экзе, ответь, ты здесь? Здесь кто-нибудь есть? Ответьте. Духи, монстры, вурдалаки, нечисти, призраки. Монстры, духи, вурдалаки, нечисти, призраки. Здесь есть кто-нибудь? А! Мне показалось, отсюда был какой-то звук. Кто не знает, ребята, позади меня находятся проклятые маски. Все они сейчас, скажем так, в спящем режиме. Но я могу оживить любую из них. Напишите в комментариях, кого вы хотите, чтобы я оживила. А также напишите в комментариях, какую проклятую игрушку заказать на сайте Darknet и разрезать в следующем видео. Буба Экзе, ты здесь? Да. Отлично. Отлично. Буба Экзе. Сейчас я оставлю тебя одного. Покажи мне и моим подписчикам, что ты настоящий, что ты живой, а то они не верят. Ты согласен? Воу. Отлично, ребята. Смотрите. Сейчас я беру игрушку. Дух Бубы летает здесь. Чтобы он вселился в Бубу, необходимо немного зелья для вселения, ну как, для переселения души. Души, которая летает здесь, в этом помещении, она должна вселиться в Бубу. Небольшой обряд и поливаю зельем. И что? Вот эта душа готова, очищена. Душа готова, очищена. Эта кукла примет тебя, эта кукла примет тебя. Отлично. Так, мы берем рацию, берем одну из свеч, которая участвовала в обряде, оставляем скрытую камеру здесь. Так, у меня будет в телефоне все видно. Так, а где же моя монета? У меня нет. Ладно, я при помощи приложения. В приложении у меня есть шар, который отвечает на вопросы. Мы попробуем удаленно связаться с Бубой. Так, давай я его вот так вот поставлю. Отлично. Все, а мы, ребят, пойдем. Как думаете, получится переселить? Давай, закроем дверь. Выходи. Мне ужасно интересно, что получится и как в этот раз поведет себя Буба Экзе. Открывай дверь. Опа. Спрячемся в этой комнате. Так. Свеча. Нет, она, наверное, не установится. Сейчас попробую ее поставить, ребят.
Поближе сними, Дим. Смотри, какая кровавая свеча, и у нее кровавый воск. Сейчас попробую ее установить. Угу. Так, отлично. Теперь мне нужен мой телефон. А он у тебя в кармане, по-моему, в куртке. Давай, я подержу, сходи, принеси мой телефон. Так, ребята, свечу мы установили. Сейчас попробуем связаться при помощи рации с Буба Экзе. Нашел? Ага. Буба Экзе. Вторую рацию я оставила у Бубы. Буба Экзе, ты здесь? Ну ты чё? Буба Экзе. Ничего пока не слышно, никаких звуков нет. Буба. Буба Экзе. Ничего. Чего? Так, ребята, по рации нету сигнала. Сейчас я зайду и попробую при помощи приложения. У меня здесь есть очень много приложений. Сейчас я вам их покажу. Так, где же они? Где? А, вот, смотрите, целый список магических приложений, при помощи которых я могу... Вот, например, Magic Ball. То есть я сейчас при помощи магического шара могу задать духу вопрос. Так, вот видите, тут дотронься до меня, и он даст ответ. Ладно, давайте спросим. Буба Экзе уже вселился в куклу Вуду? Мой ответ нет. Нет, он еще не вселился. Ладно, давайте спросим так. Проклятая душа куклы Вуду Бубы Экзе летает в этой квартире? Мне кажется, да. Душа еще летает, но она никак не может переселиться в Бубу Экзе, в игрушку. Что-то мы, может быть, упустили. Вроде бы все сделали. Обряд я сделала. Может быть, нужно больше времени? Не знаю. Давайте включим скрытые камеры и посмотрим, что там происходит. Так, скрытые камеры. Вроде бы ничего не происходит. Он что-то говорит. Что он говорит? Я не понимаю, он говорит на каком-то как-то нечеловеческом языке. Погоди. Плохо слышно, вообще не слышно. Давай попробуем через рацию. Буба Экзе, ты слышишь меня? Да я здесь, зачем ты меня призвала? Буба Экзе, ты не причинишь нам вреда? Сейчас я научусь пользоваться этим телом и приду за тобой. Буба, мы не хотели тебя потревожить, просто хотели посмотреть, как ты выглядишь, когда ты живой. Ну что посмотрела, теперь я иду тебя искать. Он исчез, Буба исчез. Он где-то здесь. Теперь он бродит по квартире. Друзья, нам срочно нужно его отыскать. Буба? Слышу шаги. Где? Дверь хлопнула. Дим! Чёрт! Пропал? Он убежал куда-то. Чёрт! Куда он убедится? Я не знаю. Следов нет. Дим, я на улице его вижу. Дим, иди сюда. Дим! Чёрт, он убежал. Вот ты не представляешь, я не знаю, как объяснить. Он прыгал и упрыгал в лес. Слушайте, ребята, я не знаю теперь, где искать Бубу. Может быть, он отправился в проклятый лес к нам? Ребята, он, наверное, отправился в проклятый лес, туда, ко всем проклятым игрушкам. Дим, мы сейчас собираемся и едем к нам на дачу, ребята. Будем искать там Бубу. И я уверена, больше ему некуда податься. Так, ребята, мы приехали на дачу. Я сейчас попробую отыскать здесь моя собака Гуча. Ребят, смотрите. Сейчас при помощи Гучи попробую отыскать Бубу Экзе. Гучи, слушай меня. Здесь где-то Буба. Где-то Буба Экзе. Ищи. Вперед. Ищи. Бубу Экзе. Дим,
Она никак не может взять след. Бубок, заищи. Ищи, ищи, ищи. Ладно, не получается. След. Слишком много снега. Сейчас, сейчас, сейчас. Бубок, за где ты? Бубок, за где ты? О, не чувствую его. Он где-то рядом. Там, в доме. В нашем доме мистики. А, ребята, в нашем разрушенном доме мистики что-то есть. А, сейчас нужно проверить. Очи, нашла его. Очи. Очи. Здесь. Ребята, вот он. Бубэкза здесь. Как он из квартиры смог добраться сюда, Очи? Бубэкза здесь. Смотри. Смотри, Бубэкза. Буба? А, черт. Тихо, тихо. Очи, тихо. Нельзя. Нельзя. Ты живой? Как ты сюда добрался? Слушайте, ребята. Но вы все видели. Вы видели на скрытых камерах, что Буба Экзе говорил. Он был живой. Наверное, срок действия в нем злой души закончился. И теперь мы отправимся домой для того, чтобы разрезать проклятую куклу Вуду Буба Экзе и посмотреть, что же было внутри этой проклятой игрушки. Прямо сейчас мы отправляемся. А вы не забывайте ставить лайки. Так, ребята, мы нашли Бубу, привезли его домой, и я не буду медлить. Прямо сейчас мы его разрежем. Раз, два, три. О, Господи! Нет! Успокойся. Слушайте, какая-то еще живая часть в нем осталась. Так, ладно, нужно быстрее разрезать. Интересно узнать, что же внутри Бубы. О, черт! Сколько же в нем этой игрушечной крови. Обалдеть, посмотрите. Блин, я не переживайте, я уверена, что ему не больно. Мы сейчас всегда, когда разрезаем проклятые игрушки, в них создатели сайта Darknet обязательно очень много вот этого всего как-то добавляют. Выглядит это, конечно, жутко, как будто бы кишки, и не хочется даже вот в этом как-то возиться, но куда деваться, достаю, потому что я там кое-что, ребята, я кое-что там нашла сейчас, нужно залезть поглубже, смотрите, так, что это, ага, так, слушайте, а это вот, слушайте, он был, получается, что какой-то чип внутри него какой-то чип, давайте его вскроем, сейчас, секунду. Ау! Главное самой не обрезаться. Ого! Слушайте, реально микрочип. Может быть, это какие-то новые технологии, при помощи которых оживает он временно. Он тут на батарейках, вот здесь вот батарейки. Может быть, и этот механизм и запускал его речь. Мы же ведь слышали, как он разговаривал. Может, это все-таки технологии были, и он не ожил. Но внутри что-то еще огромное. Ребят, сейчас я достану. А что-то очень огромное. Сейчас я вам покажу, посмотрите. Так, что это? Слушайте, похоже на какую-то игрушку внутри Бубы Экзе. Игрушка внутри игрушки выглядит жутко, посмотрите. Кто же это может быть, ребята? Ну-ка, смотрите, вот это, по-моему, лицо. О, нос! Жесть! Так, ладно, вытаскиваю. Глаз! Вы видели? Как будто Буба Экзе кого-то рожает. Что это? Кто это внутри? Давай! Вот это да! Очуметь! Смотрите, что внутри Бубы Экзе! Это же, если я не ошибаюсь, это из мультфильма «Барбоскины». Гена! Гена! Самый умный пес! Офигеть! Внутри просто очуметь, ребята! Вот это бонус, я понимаю! В следующем видео обязательно попробуем провести
обряд куклы Вуду на Барбоскина. Возможно, он тоже обладает какими-то сверхспособностями. Очуметь, вот это подарочек, так сказать, приятный бонус от сайта Darknet. Ну и что там еще внутри? Я что-то еще там чувствую, но нет, это только пух, ребята. Это все только пух. В принципе, мы, наверное, все достали. Осталось нам завершить обряд. И в конце я обязательно вам расскажу факт из моей личной биографии. Итак. Буба Экзе покинет этот мир. Буба Экзе покинет этот мир. Буба Экзе покинет этот мир. Прощай. Огромное спасибо, что вы все подписались на мой канал, что вы все поставили лайк. Ну а сейчас факт из моей личной жизни. У меня есть двое детей, и сейчас я ожидаю третьего. Была рада, что вы посмотрели мое видео. Всем пока! Офигеть, там кровь, посмотри! Ребята, это очуметь. Всем привет, ребята, меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королевы Мистики. Друзья, сегодня мы с вами будем разрезать говорящего Тома, которого я заказала на сайте Darknet. Вот, это проклятая игрушка с запрещенного сайта Darknet, говорящий Том. Сказали, что она настоящая и живая, как кукла Вуду. Вы просто не поверите в это. Поэтому после того, как мы проведем обряд, и эта кукла Вуду на Тома, на говорящего Тома, должна ожить. Я думаю, что это будет очень круто. А перед началом не забудь обязательно подписаться на мой канал, а также поставить лайк. И написать свой самый топовый комментарий, потому что именно он попадет в мое видео, как этот. Ну что, друзья, говорящий Том с сайта Darknet. И сегодня мы разрежем проклятую игрушку в 3 часа ночи. Погнали! Итак, друзья, для того, чтобы разрезать говорящего Тома, нам, соответственно, было необходимо заказать говорящего Тома. А это очень-очень интересная история, потому что попасть на запрещенный сайт Darknet сейчас стало очень-очень сложно, а тем более заказать там какие-то проклятые игрушки. Вы знаете, что на моем канале уже давно не было таких видео, где я разрезаю проклятые игрушки, и наконец-то доступ к этим проклятым игрушкам стал снова открыт. Пишите в комментариях, какую следующую проклятую игрушку вы бы хотели, чтобы я заказала, и мы обязательно закажем и разрежем ее. А также, друзья, после того, как если у нас получится оживить эту куклу Вуду на говорящего Тома, разрезать его, я попробую поиграть с ним в экстремальные прятки. Ну, это будет в следующем видео, а пока давайте приступим. Нам необходима доска для вызова духов или доска Уиджи. Друзья, у меня с собой еще рация. А где у меня вторая рация-то? Неизвестно. Ладно, я ее позже найду, она где-то здесь. После съемок последнего видео я ее дела. Итак, ладно. Щипчики, чтобы доставать внутренности из кота, говорящего кота Тома. Ножнички, которыми мы будем разрезать. Так, доска для вызова духов, сказала. Кстати говоря, это новое приобретение тоже с сайта Darknet, ребята. Когда я печатаю, точнее, что я печатаю на этой печатной машинке, сбывается, вы не поверите, так я могу призвать абсолютно любого монстра и вызвать абсолютно любого духа. Да, кстати говоря, кто новенький на моем канале, кто не знает, я очень часто вызываю разных духов, пиковые дамы, жвачные гномики, этот, как его, Слендермен, и многие-многие-многие другие. Поэтому, ребята, очень много у меня страшных видео. Заходите на канал и обязательно подписывайтесь. У меня уже есть серебряная кнопка Ютуба. На моем канале уже 750 тысяч подписчиков. Я надеюсь, что ты тоже подпишешься на мой канал, и мы станем вместе дружной, самой устрашающей семейкой на Ютубе. Поэтому, друзья, давайте приступим, не будем больше оттягивать. Я надеюсь, что вы подписались. Я вам верю, я вас люблю. Вот, начнем.
Для того, чтобы нам провести обряд на куклу Вуду, я сейчас еще поподробнее расскажу. Дело в том, что в эти игрушки, многие пишут, типа обычные игрушки, нет, в эти игрушки изначально, когда их шьют, в них вшивают магические атрибутики. И когда мы разрезаем, мы находим, что внутри. То есть какие-то волосы, это какие-то вещи, которые оживляют именно игрушку и непосредственно как-то связанные с этим персонажем. Поэтому, ребята, то есть внутри что-то есть, и я даже вот на ощупь чувствую, что там действительно что-то есть. Итак, мы обратимся к доске для вызова духа прямо сейчас. Мне необходимо настроиться. Вы знаете, что я обладаю небольшими экстрасенсорными способностями в плане призвания духов, и всегда мне это дается очень тяжело, потому что это отнимает очень много энергии. Мне нужно сосредоточиться, мне нужно пару минут для того, чтобы оживить куклу Вуду на говорящего Тома. Итак, пара минут. Светлая тьма, приди, я тебя зову. Светлая тьма, приди, я тебя зову. Кстати говоря, я забыла сказать, что в конце этого видео будет новость, не связанная со страшным видео, которое мои самые любимые подписчики так давно ждали. В конце этого видео я обязательно расскажу эту новость, и вы все узнаете, почему я не так часто снимаю видео, но я исправлюсь, я вам обещаю. Ладно, я настроилась. Доска для вызова духов. Наша планшетка, через око которой можно видеть потусторонний мир. Это очень важно. Итак, начнем. Говорящий Том, приди и куклу мою оживи. Говорящий Том, приди и куклу мою оживи. Говорящий Том, приди и куклу мою оживи. Говорящий Том, ты здесь? Ответь мне. Говорящий Том, ты здесь? Ответь мне. Вау! Смотри, планшетка. Да, ответила да. Отлично, ребята. Дальше. Говорящий Том, ответь, ты в этой комнате? Смотри, планшетка двигается. Очень всегда страшно на этих моментах. Планшетка движется к слову «да». Говорящий Том в этой комнате. Значит, он совсем скоро вселится в нашу проклятую игрушку. Итак, ребята, для обряда вселения мне необходимо полить его жертвенным зельем. Напоим его жертвенным зельем и скажем заклинание. Ищи куклу, вселись в нее, вселись в жертву куклу, вселись в нее, вселись в жертву куклу, вселись в нее, вселись в жертву. Вселись в нее. Отлично. Отлично. Чуть не заморалась. Посмотри, как зелье растеклось по доске. Это очень странно. Оно, кстати, не вытекает за края. Смотри, да. Здесь как усы. Это очень странно. Растеклось, как в форме солнца. Очень опасно. Так, ладно, сейчас я возьму рацию, найду вторую рацию, я пока оставлю кота. Так, самое главное забыла, зажечь свечи, зажгу вокруг кота свечи и подожду несколько минут. Вообще он должен какие-то признаки подать, признаки жизни подать. То есть, если у нас получилось и вселился, должны быть какие-то признаки. Жизненные признаки этой игрушки. Ау, ау, никак не могу поджечь. Мне нужно поджечь хотя бы одну свечку. Так, не получается. Ага, есть. Пальцы обожгла. Так, отлично. Так, ребята, мы оставляем кота Тома, берем камеру. Еще я возьму
колоду гадальных карт, чтобы поспрашивать у них кое-что. И мы сейчас пока оставим кота Тома здесь, а сами спрячемся. Пойдемте за мной. Кстати, как всегда, меня снимает мой оператор Дима. Всем привет. Вы по нему очень скучали, он здесь со мной. Идем скорее. Так, сейчас, иди сюда. Давай в ванну. Заходи. Заходи туда. Заходи в ванну. Да. Отлично. Так, подождем здесь. Рацию я одну нашла, оставила там. Одна рация здесь у нас. Попробуем связаться. Кот Том. Говорящий Том. Ты здесь? Не отвечает. Говорящий Том, ответь мне, ты здесь? По рации не отвечает. Также у нас осталась скрытая камера. Давайте посмотрим, что происходит там. Через телефон. Через приложение. Так, Том на месте. О, ребята, он шевелит. Он шевелит руками и ногами. Вы видите, у нас получилось. Он двигается, он ожил. Он ушел, он исчез, он убежал. Он убежал со стола. Обалдеть, он походу бродит по комнате. Он ожил, нужно его срочно сейчас поймать. И разрезать, посмотреть, что там внутри, оживить. У нас получилась игрушку. Теперь попробуем спросить у карт. Смотрите, самое интересное. Черное – это нет, красное – это да. Смотрите. Сейчас будем спрашивать у карт. Говорящий Том ожил? Да. Говорящий Том убьет меня? Нет. О, слава богу. Говорящий дом... Дом... Господи, говорящий Том причинит мне вред. Да. Надо срочно, срочно разобраться. Слушай, надо срочно его ловить. Какой вред он может мне причинить? Ребята, давайте отправимся и поймаем говорящего Тома, который бродит по моей квартире. Том? Я его не вижу, Дим. Его нет. Может быть, он в этой комнате просто ходит, дверь закрыта? Смотри, тень была, тень! О! Там тень была, он реально там ходит. Том? Слушай, не может такого быть. Я отчетливо видела на камерах, что он двигался и ходил. Почему он сейчас лежит на том же самом месте? Ничего не понимаю. Том? Ты живой? Мамочки. Том! Том! Не знаю, что это было, ребята, но вы сами все видели на камерах. Он шевелился, и он ушел с этого места. Вы все прекрасно видели. Я не знаю, может быть, оживление кота было таким коротким, но, возможно, оно и к лучшему. Давайте прямо сейчас его разрежем и уже посмотрим, что внутри этой проклятой игрушки. Так, ребята, я взяла... полотенце, потому что не хочу испачкать свой костюм в этом кровавом зелье. Что же, приступим к разрезанию говорящего Тома. И я надеюсь, что все будет нормально. Итак, у нас есть ножнички, давайте погнали. А! Что происходит? Слушай, он трясется. Обалдеть, тихо, тихо. Сейчас все получится. А, черт. Давай, давай, давай. Все, 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 все. Все. Офигеть, там кровь, посмотри. Это игрушечная кровь. Ладно, давайте достанем. Мне не очень хочется, конечно, руками, поэтому я приготовила пинцет. Давайте аккуратно попробуем посмотреть, что внутри этой проклятой игрушки. Боже мой, какой ужас. Я что-то чувствую жесткое. Где-то там в середине. Очень мне страшненько, знаешь, там это доставать. Так, по-моему, я что-то зацепила. Сейчас, секунду. Так, по-моему, что-то жесткое там внутри. Обалдеть! Погоди.
Обалдеть, поглядите, что это внутри говорящего дома? Ребята, это очуметь. Я не знаю, руки какие человеческие. Дим, сними поближе. Просто какая-то жесть, погляди. Просто там какой-то человек. Я не могу достать вот это вот все, вот эту всю ткань. Мамочки мои, она такая. Ладно, давай попробуем зацепить. Что это такое? Нога вот здесь вот застряла. Обалдеть. Ладно, давайте попробуем достать этого. О, что это? Так тяжело идет, как будто говорящий том не хочет его отдавать. Что это внутри? Обалдеть. Это что, камера головы? Это что, зародыш или гомункул? Камера голова? Сиреноголовые в... Нет, это камера. Смотри, у него на голове камера. Это как сиреноголовый, только камера головы внутри говорящего тома. Вы просто поглядите. Он вообще какой-то чумовой. Весь в этой игрушечной крови или краске. Я даже не знаю, как это назвать. Потому что на кровь это не очень похоже, но... Что? В общем, не знаю. Ладно, неудобно мне этой штукой. Все-таки я попробую достать все кишки оттуда полностью. Смотрите, какой комок. И весь он... Вы знаете, вот я его проткнула, и вот это вот все потекло. Слушай, ну, по крайней мере, я больше ничего не нахожу. Наверное... Самым основным атрибутом для куклы Вуду говорящего Тома был вот этот вот человек, камероголовый, сайлент, этот сленд, фу, как его? Ой, в общем, забыла я, кто это, столько их монстров. Ребят, ну, в общем, вот так вот мы разрезали говорящего Тома, достали вот этого камероголового. Ой, жесть, просто я на него смотреть не могу. Я надеюсь, что Том уже не существует, не живет. Но в следующем видео мы обязательно попробуем призвать и поиграть в экстремальные прятки с говорящим Томом. Если ты хочешь это видео, жми лайк. Ну и сейчас обязательно я расскажу новость, которую я вам обещала, друзья. Я беременна 3-м ребенком. Всем спасибо за просмотр. С вами была Королева Мистики. Всем пока. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Раз, два, три. Ожили. Черт, совсем все по-другому, Дим. В комнате с Лизой Икзе была в моей квартире. Сейчас она куда-то делась? Пока не ясно. Попробуй снова. Делаешь. Вожу. Уберись, кукла Вуду, уберись. То, что с телом разъединись, кукла Вуду, уберись. То, что... Шип, слышите, какой-то шип? Ты, погоди, вы слышите? Умри. У нее пошла, вот видите, как будто бы вот эта игрушечная кровь. Я испугалась. Ладно, сейчас я достану это. Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королевы Мистики. Сегодня, друзья, я заказала на запрещенном сайте куклу Вуду Лиза из Барбоскиных. Поглядите, вроде бы она выглядит как обычная кукла. Но нет, ребята, это абсолютно... заблуждение, потому что внутри этой куклы очень много мистических каких-то штучек, которые дают возможность этой Лизе из Барбоскиных ожить. И сегодня мы с вами проверим, на самом ли деле Лиза может оживиться и стать куклой Вуду, а после этого обязательно разрежем и узнаем, что же внутри проклятой игрушки в 3 часа ночи. Погнали!
Ну а перед началом я попрошу вас подписаться на мой канал. Обязательно сделать красную кнопку, серый, рядом нажать колокольчик, чтобы не пропускать оповещения о моих новых видео, так как они выходят довольно-таки часто, друзья. Также пишите свои самые топовые комментарии, один из них обязательно попадет в мое видео, как этот. А также, друзья, не забывайте включать VPN, ну а мы начинаем. Вы знаете, что у нас уже больше 100 000 подписчиков, и совсем скоро нас будет 1 000 000. Сейчас нас уже 761 000, с чем я вас и поздравляю. Я очень надеюсь, что 2025 год станет для нас знаменательным, и мы наберем на моем канале 1 000 000 мистических королей и королев. Друзья, давайте же приступим к магическому обряду с Лизой из мультфильма «Барбоскины». Вы, наверное, уже много знали и видели на просторах интернета разные ролики про эти проклятые игрушки. На самом деле есть, конечно же, хороший мультик, который сделали отличные авторы, и все его могут смотреть, да. Но есть запрещенные мультфильмы, которые как-то по-другому называются, не «Барбоскины», а как-то видоизмененно. Так что, если будет интересно, обязательно гляньте. А также очень многие мистические блогеры слушали проклятые песни, наоборот, Барбоскиных в 3 часа ночи. И после чего происходили жуткие вещи, друзья. Но сегодня не об этом. Сегодня мы попытаемся оживить эту куклу Вуду и посмотреть, что же она нам скажет. Возможно, она выйдет на связь. У нас существует несколько методов для проведения этого обряда. Что нам понадобится? Обязательно нам понадобится оживительное зелье, которое я заказываю специально для своих проклятых игрушек. После того, как я окроплю свои игрушки этим зельем, они оживают. Нам нужны для обряда обязательно красные, как я их называю, кровавые свечи. Да, ребята, я еще хотела сказать, что меня, конечно же, снимает мой оператор Дима. Всем привет. И он сегодня тоже поможет нам в обряде, потому что чем больше людей, тем лучше проводится обряд. Итак, даже у нас есть иглы. Иглы, которые мы будем втыкать в куклу Вуду, чтобы понять, на самом деле, она ожила или нет. Но это позже. В самом конце мы, конечно же, разрежем и посмотрим, что оживляет нашу Лизу из Барбоскиных. Также у нас с вами доска для вызова духов, при помощи которой изначально мы попытаемся связаться с потусторонним миром. Прямо сейчас. Давайте начнем. Так. Нужно сосредоточиться. Очень тяжело оживлять проклятые игрушки. Это требует достаточно много, очень много энергии. Сейчас, секунду. Лиза из Барбоскиных Экзе. Открой потусторонний мир. Приди к нам. Лиза из Барбоскиных Экзе. Открой потусторонний мир и приди к нам. Лиза из Барбоскиных Экзе. Открой потусторонний мир и приди к нам. Здесь кто-нибудь есть? Прошу, выйди на связь, дух, если ты здесь, подай знак. Дух, если ты здесь, подай знак. Маски, глаза шевелились. У какой? У Аннабель. У Аннабель шевелились глаза. Я не знаю, может, я чокнулась? Эй! Мамочки. Может быть, показалось. Но может быть все что угодно. Так, ладно, ребята.
Еще раз попробуем связаться с духом Барбоскиных Экзе, а именно с Лизой. Немножко изменим наш круг друзей един с тобой. Дим, помогай, повторяй со мной. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Еще раз. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Дух Лизы Экзе из Барбоскиных. Ты здесь? Что происходит? Дух, он врезался в меня. Он где-то здесь. Так, отлично. Теперь его нужно заманить в куклу Вуду. Так, ребята, оденем перчаточки. Здесь у меня специальный набор, чтобы провести, можно так сказать, эту мистическую операцию. Это реально мистическая операция. Разглядим получше нашу Лизу. Кстати, какая порода собаки у Лизы? Похоже на йоркширского терьера, да? Не знаю. Так, ничего странного вроде нет. Ладно, смотрите тогда. Сейчас поливаем ее нашим оживляющим зельем. Под заклинание. Под заклинание. Делаем несколько оживляющих движений. Ну, вы знаете, как делают прямой массаж сердца. Дим, покажи ребятам, как я буду оживлять поближе. Готовы? Раз, два, три. Оживи. Раз, два, три. Оживи. Раз, два, три. Оживи. Черт! Она двинулась. Я испугалась. Это плохой знак. Посмотри. Затухли свечи. Недобрый дух. Лиза, ну, впрочем, как я и думала. Ладно, ребята. Смотрите. Здесь у меня есть антидот. В случае чего нужно ввести его будет. Со мной что-то не так. Что-то не так, Дим. Дух, он блуждает между мной и Розой. Ой, и Лизой. Дух блуждает между мной и Лизой. Он должен до конца войти в эту куклу Вуду. Так, ладно, нужны иглы. Господи, нужны иглы. Пожалуйста. Так. Заклинаю, войди в куклу Вуду, Лизу. Так, еще. Заклинаю, войди в куклу Вуду, Лизу. Еще. Заклинаю, войди в куклу Вуду, Лизу. Не легче. Мы запечатали проклятый дух на этой игрушке Лизе при помощи игл. Итак, нам необходимо заправить антидот. Антидот необходим, что если вдруг что-то пойдет не так, и Лиза будет слишком... Так. И Лиза будет слишком плохо себя вести. Ребята, нам нужно будет срочно ввести ей антидот и отпустить душу Лизы Экзе из Барбоскиных в потусторонний мир. Сейчас мы оставим скрытые камеры здесь, в этой комнате. И посмотрим, что будет происходить. Возможно, она будет как-то шевелиться. Возможно, она будет говорить. Мы не знаем, что произойдет, но мы очень хотим посмотреть. После этого я обязательно постараюсь
ввести вовремя антидот, разрезать и достать проклятые артефакты, которые помогают оживить. Ладно, мы оставляем Лизу Барбоскину здесь, а сами отправляемся в другое темное место, чтобы оттуда смотреть скрытые камеры. В 3 часа ночи, напоминаю, ребята, смотрите до конца. В конце самое интересное, погнали. Мы оставляем Лизу в этой комнате абсолютно одну. Сейчас мы спрячемся в дальней комнате. Приглуши свет, он пугает духов. Очень яркий свет. Приглуши, приглуши. Практически выключи. Практически выключи свет. Это максимально ты выключил? Потому что духи боятся света. Так, сейчас. Так, я сейчас включаю скрытые камеры. Наблюдаем, что происходит в комнате. Слушай, я не пойму. В комнате совсем все по-другому, Дим. В комнате совсем все по-другому. Что? Нету! Ее там нету! Куда она делась? Я не знаю. Это вообще ничего нету. Ни свеч нету, ничего. Это пустая комната. Как так может быть? Я не понимаю, может быть, камера заглючила или что-то. Как так может быть? Ничего не понятно. Ладно, попытаемся связаться с ней при помощи магических приложений, которые есть. Дим, встань подальше, ты близко меня снимаешь. Так, у меня есть специальный шар, магическое приложение. Сейчас попробуем позадавать вопросы. Итак, магический шар, скажи, Лиза Экзе из Барбоскиных в моей квартире сейчас в 3 часа ночи. Даже не думай. Нет. Куда она делась? Подожди. Лиза Экзе была в моей квартире. Сейчас она куда-то делась? Пока не ясно. Попробуй снова. Даже шар не знает, возможно. Это очень сильный дух, который путает этот шар. Это ужасно, просто ужасно. Ладно, давай спросим. Возможно, дух Лизы Экзе из Барбоскиных отправился к нам в проклятый лес? В проклятый лес к нам на дачу, ребята, где мы строим дом? Где у нас дом из мистики, дом из дерева? Может быть, туда отправился? Обычно все проклятые игрушки стараются туда добраться, потому что там, ну, знаете, какая-то энергия, которая притягивает злых духов там, в нашем лесу. А Лиза Экзе там? Да. Черт! Лиза Экзе там, ребята. Ну что же, нам остается только оставить скрытую камеру в этой комнате и отправиться, ребята, к нашему проклятому дому из дерева, чтобы поискать там Лизу Экзе. Мы обязательно должны найти ее, ввести антидот и разрезать. Отправляемся прямо сейчас. Погнали. Ребята, у меня с собой антидот. И я чувствую, что Лиза Барбоскина Экзе где-то рядом. Дим, я вижу ее. Где? Тише, она здесь. Как далеко она забралась. Ребята, это просто невозможно. Погляди, вон она лежит. Лежит в снегу. Нужно незаметно вколоть ей антидот. Ребята, смотрите, я открываю шприц. И теперь мне даже маленькую долю нужно ввести. Так, вот видите? Видите, капает. Так, погнали, тихонько. Лиза, Лиза Экзе, что ты тут делаешь? Ввожу. О, все. Получилось? Да, я ввела антидот. Теперь нам осталось отправить ее домой и разрезать, узнать, что там было. Ребята, что это? У меня сигнал, как будто движение на скрытых камерах. У меня сигнал на телефоне.
О, нет! Что происходит дома, ребята? Что происходит? Посмотрите, настоящее, реальное Барбоскин у меня дома, у меня в комнате. Как такое может быть? Нам срочно нужно возвращаться. Дим, бежим, скорее. Скорее, скорее. Тихо, тихо. Погнали, погнали. Заводи машину. Скорее, садись. Ну что, друзья, антидот введен, и теперь мы приступим к тому, чтобы разрезать нашу проклятую экзе Лизу Барбоскину. Плохо, плохой знак, свеча не зажигается. Нет. А! Слушай, какой плохой знак. Очень плохо зажигается свеча, не хочет гореть. Не хочет гореть, и все. Две свечи. Это очень плохо. Ну ладно. Все равно приступим и будем смотреть, какие же мистические артефакты положили внутрь нашей проклятой экзе-игрушки. Так, все нормально. Мы ввели ей антидот. И, как видите, она не шевелится. И в комнате, как видите, тоже никого нет. Хотя на камерах я отчетливо видела. Знаете, наверное, чтобы полностью изгнать злого демона, который пришел и вселился в нашу экзе-игрушку, нам необходимо достать артефакты и обязательно закончить сеанс при помощи доски Уиджи, доски для вызова духов. Итак, интересно, у нее это платье. Ладно, разрезаем тогда прямо через платье. Попробуем. Нет, через платье не получается. Интересно, его можно снять? Так, снимаем платье. Вроде получается. Ага, отлично. Так, получается, что мы не сможем через платье разрезать и достать, что у нас там внутри. Нет. Очень сложно сделано. Так, ладно, разрезаем платье. Все, ребята, теперь у нас есть путь, и мы разрезаем, и при этом говорим определенный обряд. Душа с телом разъединись, кукла Вуду уберись. 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 Так, достаточно. Ищем, что внутри. Сейчас я возьму специальный инструмент. У меня типа пинцетик есть. Попробуем сейчас вынуть весь этот пух. Я что-то щупаю. Слышите? Что-то жесткое, твердое находится внутри. Но вот что это, я не могу понять. Подожди. Не могу. Слышишь это? Что это за звук? Что-то внутри нее. А! Это датчик. Датчик, который оживает все игрушки. Мы часто их находим и их подделывают специально, знаете, как, ну вот бывают же музыкальные игрушки. Обычно мы находим там чипы, в которых зашифрованы какие-то послания. Тихо, тихо, я в микрофон пытаюсь, в микрофон. Шип, слышите, какой-то шип? Да, 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 там какой-то. Ты, погоди, вы слышите? Умри, умри, умри. Тихо, слышишь, Дим? Да, да, да. Офигеть, это послание куклы Вуду какой-то. Я прям четко слышу, умри, умри. А, смотри, как только я вынула этот передатчик, у нее пошла, вот видите, как будто бы вот эта игрушечная кровь. Поглядите, фу, такое ощущение, что я вынула из нее сердце, но там внутри еще что-то есть. Сейчас я попробую это достать. Аккуратно, аккуратно. Смотрите, сколько много этой мистической крови, этой непонятного вещества, которое обязательный атрибут всех проклятых кукол Вуду. Это оживляющая кровь, которая оживляет проклятые игрушки. Так, что это?
Я что-то вижу блестящее такое, что это? Ой, я испугалась. Ладно, сейчас я достану это. Так, что это? Дим, я зацепила. Это какая-то цепь. Фу, похоже на кишки. Цепь внутри. Откуда? Я не знаю. Слушай, ну, видимо, она имеет какое-то важное мистическое значение. Может быть, это цепь какого-то ранее живого человека, чья душа была проклята, и они при помощи нее, ну, когда засовывают чью-то личную вещь, она обладает энергетикой. Когда ее вселяют в игрушку, то эта душа автоматически при проведении куклы Вуду обряда переселяется в ту игрушку, в которую ее вшили. Я думаю, что там больше ничего нету. Но реально, Лиза Экзе была очень страшная. Вы видели ее у нас дома, прямо-таки в этой комнате. Она была такая огромная, я даже не ожидала. Друзья, послание вы все слышали. Пишите в комментариях все, что вы думаете. Не забывайте подписаться на канал. С вами была Королева Мистики. До встречи в новых видео. Всем пока!